Театр «Самарская площадь» на протяжении многих лет радует зрителя своими постановками. Уже несколько раз принимали участие в фестивале «Русская комедия», который ежегодно проходит в Ростове-на-Дону. И вот уже второй год подряд возвращаются оттуда лауреатами. Фестиваль собирает театры со всей России, которые представляют спектакли комедийного жанра. И надо сказать, что фестиваль год от года растет. В этом году афиша фестиваля просто пестрила именитыми театрами. В фестивале принимали участие театры из Питера, Москвы и Казани, но самарских профессионалов это не смутило, а даже наоборот подстегивало. Как говорят сами актеры, нет ничего лучше сильного соперника. На фестивале самарцы представили постановку «Олигарх» по пьесе Островского «Не все коту масленица». Лучшую комедийную роль ключницы Фионы в спектакле сыграла Людмила Суворкина, за что и получила высочайшую, по ее словам, награду. Это диплом имени Фаины Раневской. Это великая актриса, которую знает вся страна. Это почетно, это достойно. Как говорит режиссер театра «Самарская площадь» Евгений Дробышев, в родном городе актеры не задержатся, впереди Германия. В городе Штутгарт они представят русскому и немецкому зрителю спектакль «Пантомиму. Играем Битструпа». А в декабре театр «Самарская площадь» отметит 25-летний юбилей. Павел Баймаков, Мурат Гасанов. ГИС-события.